Группа 2. Руками, что мы делаем? Доктор Килл, ты веришь в себя или не веришь? Верю, верю. Ты Я верю в этими... плов. Не, ну они настакивают очень быстро. Давайте так мы сделаем, значит. Когда будет этот... Типа, одному жуку давайте стан по ретрике. Вот, чтобы... Милики все играют по жукам, соответственно. И ретрики давайте по ним станы, чтобы они не настакивали очень быстро. Прам-пам-пам, стаки. А РТД играют по боссу и кидают просто доты в жуков. Все, готовность, поехали. А, файтинг чем заниматься будет? Файтинг. Станк второй. Файтинг будет танчить босса. А, все, понял. Я думаю, я на боссе. Все. Доктор Килл у нас мобчиков грипает. Одного можно грипнуть, допустим, сразу же, да? Дать ему танчик и бать. Отпиздить, а второго там пускай пешочком подходит. Вот на пол впало? На пол, да, в песчанку. Все, все готово. Пускай шипашка его банит и все. Второго. Ну, нам ДПС может не хватить, поэтому это. Уже сразу заливать, поэтому будем давать станы по ним, чтобы они стакивали на это. Хорошо. Не стакивали. Все, все готовы, давайте. Это не рот, да. Мистерию давать, нет? Нет. Не скажу. Дай файтинг, вообще сложил. Ёбаный, ты же говоришь, знаешь. Я не могу, блядь, выбрать таргет. Вот он, я его выбрал. А лужа не будет? Какой В, брата? В. Все, отлично. Ики помог. Дайте стану. Отлично. А только да. И сри, сри, да? Бля, я думал, вы сферу мне, может, разобьете. Есть уже вот босс. Отдавайте стана, отдавайте. Начинает будет шаг. Доктор. До вас стана не может меняться. По плану было, типа, сдать станы, убить одного под стан, пока не под станы не стоит. И потом уже спокойненько. Так не работает. Блять. Сука. Ладно. Я рассчитывал, еще раз повторю, пока они стоят в стане, они не бьют. За этот момент, пока они стоят в стане, мы заливаем одного. Все, такая система не работает, я понял. Всего лишь один стан отдали, и больше станов не было. Куча ретриков. Да, аплодируем второго. Беги, малышка, беги! Просто сейчас будем, да, сейчас будем давать шаг. Я знаю, если они вместе стоят, они начинают быстрее стакать свою хуйню. Скорость атаки повышает. Хорошо, мы просто, все, тихо, 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 мы просто будем давать шакал, спокойненько убивать. Все, успокоились. Давайте, умираем, заходим в инст. Мак, ты ебанутый, что ли, что с тобой не так, блядь? Мак, ты что там, блядь? Встань уже, сядь на бутылку, ебать. Долбоёб. У тебя жуки, типа, не сгрызут, да, ты нахуй боссу, ебать, ты ебанутый. Тут вариантов миллион развития событий. Главное — исполнение. Главное — не быть долбоёбом. Так, короче, значит, кто у нас там меньше дамажит? Суета. Суета, тебе партийное задание. Будешь шаклить мобчика, который... которого не притянут, который будет пешочками все. Ну, ну без разницы. Ты же справишься с задачей поставленной? Все верно. Кант, ты сразу же вот буковку В нажми, да, и появится. Вот. Давай, не затупливай, пожалуйста.
комнату. Давай. Да, все готово вроде. Химерка. Мажил, нет? Тут со станами, да, у нас беда. Один стан дал, дали, походу, все три дали сразу на один стан. В одного. Поэтому координация хромает. Будем делать иначе. Чтобы не промахнуться. Химерка, живой, нет? Еще раз готовность. Давайте на пол песчанку, значит. Все, все готовы. По готовности пуляй песчанку. Это место станет вашей могилой. Хан, ты опять хочешь? Разбил же. Вот, красав. Левого гриппу света. Давай заряжай там этот какой. Контроль дайте. По какого долбоеба? Близко кровь? Слишком. По какого долбоеба кровочерви вкачано нахуй? На шаттл без полей. Зимита. Не, я забыл, что некоторые люди любят через такую тактику играть. Эти черви не дамаг. Совсем нихуя, никогда, ничего, абсолютно. Да. Я не виноват, что вы слабо играть через такую тактику. Я сейчас спекну с мухолик. Левого забираю. Мать, мильки уже. Отпускай, наверное, шакл там. Да. Подходит пока. Давайте, грипаем. Шипы пошли не стоять. Страшно. А там, блядь. Добиваем, один с шипами убегает, остальные остаются без жуков. Ребят, не надо всем со всей толпой бежать, как глупоящий. Кого кинулся череп, тот убежал. Пиздим жуков мел. Не бей, блядь, больше сферы, заебал. Я не бью, я здесь, в центре специально лопнул, чтобы оттуда прибежали, если там будут. Мне нужно во время фазы, пока мы бьем босса, чтобы они прессались. Если их бить вот сейчас, они потом... Я сейчас их не трогаю. Я во время фазы их сбил, больше не бил, добивал жуков. Молодец. Вот сбей, теперь вдали сбей, да? Вдали там свет. На позицию сбей, там где изначально была сфера. Давай, присаживай, правильно. Все под жопу, пацаны. В целом ДПС более... Я его забираю. Давайте, а я почему? Через рука уешь. РДД, босс хуярит. Отпускай прав. Давай. Следующий. Давайте, надо нахуярить. Добивайте быстрее, уже следующий идут. Лево забираю. Вернись, пока я тут. Стандарт. Больше с личности. Лоу хп убить. Кил вверх, пожалуйста. ДК. Я уже не знаю. Я прожал. Добиваем. Нет. Нужно грипнуть будет. Докажем писать себе.
сторону. Другой. Отлично, добили. Все, теперь льды сделаем, пацан. Так, разбей. А нам свет. Если что, Боб, дайте по черепу. Боб, дайте, все нормально. Разбейте лед, вон там лед есть, подожди, пока 2 секунды останется или что-то. Дальше вдаль бегите, он потом вылезет потом. Жуков убиваем. Беги вдаль, на шипах не стоит. Все, он вылез. Вылез, все нормально. Давайте вот сюда на серединку встанем. Да. Давай, танк поставь куда-нибудь на лед его, уже без разницы, куда любимых, грубо говоря, все нравится. Вот, жуков заведите под жопу, нахуй, алё, блядь. Под жопу все пацаны. После каждой пады все ставятся под жопу после. А уешь, блядь. Жука второго. Ферните. О, шаг. Плыли фир. Фир. Чека, ты надо было... Грифай след. Заряжай. Мирик по жуку играет. Там уже новый. Давайте убиваем это. Хант там с перками развлекается. Ну, разбивать еще тут духу, я разбит. Ну нормально, чтобы было по-пацански. Давай, жуков бьем. Следующий. Хупер, это хуйня, короче, полная. Что, не хватает DPS? У нас 3 минуты до берсы, блять, у босса 60%. Мало DPS. Да, в смысле мало. Мы, блядь, убивали, когда он... Ой, ебальник завали, говорю, мы убивали, когда Джераксуса 140 тотал, блядь, был, мы нахуй этого убивали спокойно. Тут 160 было тотал, вы просто не ту хуйню куда занимаетесь. То бьете не хуйней, блядь. То бьете не того, куда нужно. Кто, блядь, законтролить нахуй ебаного моба не может. Ты долбоёб, скажем? Да. Ладно, там еще 25 секунд есть после этого, после берсы нарисован. У тебя, блядь, 2 минуты, нахуй, 3 минуты до берсы, блядь, у босса 60%, ты ебанутый, скажи, или ты что, головой там, нахуй, ну... Я не знаю. Что я сказал. Тебя об стену ебашь, что ли, каждый день? Ну, шо, блядь, блядь. Придурочную, блядь. Рот наоборот. Ну, ладно, пацаны, все, типа, сейчас посмотрим просто. Давайте, пока мы еще... А, у нас уже там трое, четверо, пятеро. Положим. До 20 секунд уже подгорает. Сам скорее. Он ходил босса, типа, что блюд не сломал. Типа героическая такса. Посмотрим просто, что сейчас будет. Не, ну в целом, если пятеро были бы живы, 15%, допустим, первый перевод, и тупо херять с мобов всю эту фазу. Хупер, 140 ДПС надо впритык, чтобы убить. У нас сколько? 127. Чуть-чуть не хватает. Угу. У нас умерло несколько человек. Нет, а они живы были. Да вальки-то нахуй не сравнивай. 145 на марках было. Ладно, пацаны. В общем, все красавчики, да, отыграли неплохо. Но сидеть тут выжимать как бы и хуя каплю, вот. Смысла я не вижу. Быстренько прошли, полутали шмотик, как бы пинка, и все забили. Все рады, все с хорошим настроением, разошлись дальше своими делами заниматься. Вот. Бля, сдохните там, пожалуйста.
Так что чуть-чуть еще. Я думаю, пару недель больше людей 4-4 оденут, но тогда уже оно будет на инфу. Вот. Чуть-чуть еще больше ДПС, чтобы выжимать. Блять, не знаю, 3 раза убивал, 100 того меньше, сука, на каждом боссе убивали спокойно. 2 раза причем было вообще без вайпа. Ну, понимаешь, там может быть какие-то там эти, как... Приколем где-то у ей и прочие хуйни, да, были. Поставьте порт, пожалуйста. Да. Так что всем спасибо, пацаны. Вот. Нормальненько же прошли, без вайпов, считай, как бы. Особо не напрягались. На релаксе, так сказать. Ну, всем удачи, пацаны. Так, значит, грудь магик надо заварить сейчас будет. Да.